И вот дела. Все, загрузились. Окей. Героя мне не дали. В смысле? Дали. Вон она строится. Нет, нет, я и говорю, что сразу она не дает. Ну а зачем тебе она сразу? Она как раз выходит примерно к тому моменту, когда тебе он нужен. Не хватает минералов. С этим как бы все нормально. Быстрее производится. Ну ладно. Да, нереально жестко производится. Господи, я не играл в 2 на 2, поэтому я постоянно тычу А. Как меня это морозит? Нужно построить больше пилонов. Бывает. Так. Там у меня суплайка, например. Чай. У меня еще нет. Мне недостаточно минералов, говорят. У меня с минералом особой проблемы как бы нету. Зато, кстати говоря, у меня потом будет замечательная штука, это... Я буду газ добывать, по идее, автоматом. Прикольно. Так, окей. Время строить. Давай же ты. Воу! Не пугай меня в следующий раз так. Я уже испугался, что что-то началось. Что-то сейчас закончится, да? Да. Окей, у меня фулл база развита. Ну что, как бы могу вот так делать? Пусты кидать. Забавно. Причем не кидать, а именно он бесконечный как бы. Крылья, а развивать больше ничего нельзя. Обидно. Ну, такое. Пока что, по крайней мере, нельзя. Потом будет можно. Я понял. А стоп, он типа скрыл... А, он инвиз дает? Лоу. Да. Читерство. Ну, такой вот пилончик у меня есть, да. Такой вот замечательный пилончик. Давай посмотрим. Что-то зерглинги дорогие. Ну, как есть. Или он что, по одному, что ли, или... Нет. Так. Сейчас на нас пойдут вот отсюда. Откуда? Пикни. Хорошо. И да, здесь добавили ту же самую фишку, что есть там в этом. В героях. В смысле? В смысле этот. Как это сказать? Типа, что ты можешь сказать, что ты хочешь атаковать, ты можешь сказать, что ты там хочешь еще что-то делать. Ну ты понял. Дела. Замешательно. Че у тебя по войскам? Ноль? Как бы. Я тут или? Окей. Я пока не буду их ставить. Я сейчас нам с тобой две базы очищу. Угу. Дополнительные, которые. Где-то через сколько-то секунд, не знаю. Секунды через одну, две. Разработка завершена. Ваши союзники вступили в бой. Чё? I need a help. То есть прям вот так вот, да? Не-не-не, у меня все хорошо, по идее, теперь будет. Ну, у тебя довольно шустро все же это выходит. Плюс бейлинги у тебя есть. Да. Я сейчас сделаю это, всего-то ветеран. Как бы это, по идее, не должен быть сильно сложно. Я как его называю? Я не думал, что она... Герой такой амба здесь. Ну, ладно. Не, она жесткий герой, на самом деле. Я вижу. У нас сюда не влезет, конечно же. Сюда теперь есть только... У меня есть сталкер. Если что, она у тебя перерождаться как бы будет. Ну, это логично, я думаю. Ну, понял. Она также перерождаться долго будет? Угу. А это минус. Но, тем не менее. Ай-яу.
Так, пойду базу поставлю. Чего я тебе советую? Требуется больше минералов, Дэс. Обнаружены гибриды. Ёлки-палки. Мы убьем их всех. Ну, гибрида надо убить. Я понял. Я тебя как бы прикрою, у меня дыра есть, если что. Вот так. Типа они там будут и крутиться или что? Ну, какое-то время, да. Потом уже нет. Well. Ну, по-моему, неплохо пока что. Сойдет. Где... У меня здесь была королева. Но? Но она пропала. Ну, ее, видимо, убили. Все возможно. Ну, и наша логичная задача, естественно, не дать себя убить. Понял. Для этого мы делаем вот так. И создаем небольшое читерство. Плюс бы был ты тосом, ты мог бы здесь подварпливать войска. Но я не тос. Ну, ты не тос, хотя нет, если буду воздух идти. Мне воздух важнее. Так чуть-чуть нагло, да? Пустоты. Ой-ой-ой, нам срочно от гиганта идти, он снизу будет. Забей на них, этим гигантам. Основная цель атакована гигантом пустоты. Тупо доходим до гиганта, чтобы он перестал атаковать базу. Потом его убиваем. Ну и уклоняемся от его выстрелов, конечно же, от этих. Ай, иди. Причем на... А в нормале они как бы бьют не сильно, а вот на этом уровне уже посильнее так. Мы уничтожили гиганта пустоты. Как-то так. Будет так. Как-то обнаружена так. Дополнительная цель. По возможности уничтожьте ее. Дополнительные цели. Угу. Ну это эти, как они называются-то? Ты знаешь, о чем я. Ладно. Ваши союзники вступили. Уходим под пилюнчик. Нападаем, типа, невзначай. Выжигаем всю гидру. Пойду попробую, наверное, пилон уничтожить. Я здесь. Зрить. От собачки. Улучшение завершено. То обидно будет. Хорошо. Мы обнаружили гибридов. Это хреново. Я с удовольствием уничтожу их. Окей. Okay. Гибриды убьешь тогда? Не, пока. Тут как бы два. Понял. Отлетай. Посидите пока вот здесь. Мы едины с тенью. Хорошо. База атакована. А, убьет воздух, гады. Гады убили воздух. Я сейчас приду. Я надеюсь. Мне нужно, чтобы они хотя бы не снесли мою. Да, понял. Эх, печаль, беда. Если слить то, что мне было надо. Союзники вступили в бой. Что ты? Мне воздух снесли чуть-чуть. База союзников подверглась. Обида. Основная цель атакована. А, нормально. Живем вроде. Да лол, хватит тут драться. База союзников подверглась нападению. Ну, это вполне на базе творится. Ваши союзники вступили в бой. Бывает. Я могу помочь чуть-чуть. Мне бы зилка здесь убить. Не зилка, а этого.
Я тебе чуть-чуть хотя бы все это дело скрыл. Хотя бы. Еще нравится мой сосед, который постоянно долбает стену. Я здесь. Иди к этому рад. С центра что-то идет еще. Призматическое ядро активировано. Я. Пустота. Обнаружены гибриды. Отправьте их обратно в пустоту. Ну, миссия, конечно, веселая. Я не люблю очень вот эту миссию. Она такая геморройная немножко. В прохождении, в принципе. Не сильно, но... Такое. Ваши защитники вступили в бой. Что, там нормально? Да, все великолепно. Надо вынести один из этих. О, это жесткий гибрид. Гигант пустоты. Сверху, по-моему. Пустота. Пойду его убью. Гигант пустоты осаждает основную цель. Тебя снизу сможешь убрать? Да. А то моих сталкеров тут сейчас вторают чуть-чуть. Сокил хим. О-во-во-во-во. Жестоко. Ну ладно. Малявок здесь много. Все-таки первыми визеранами на... Жестковато немного. Такое, я убиваю этого товарища. Тут как бы просто меня пока убивают. Ядра жестко выносит воздух. Узники вступили в бой. Основная цель под атакой противника. Настал час расплаты. Мой единый... У меня мамка что ли убилась? Да. Так, ладно. Не это. Надоело. Биосигналы гибридов. Они пожалеют, что бросили нам вызов. Окей. Так, так. Адреналин. Так. Ах вы суки. Они убили мне это. Малявку. Ваши твари. Союзники вступили в бой. Эти твари убили мою малявку. Даже не знаю. Поставь там пару фотонок, я думаю, это решит дело. Ну, я уже занялся, но... Мне вот это не вынести, которое вверху. А что, вверху вот пришло, да? Мне это не вынести, у меня ничего нет на воздух. А если я вот так сделаю? Это хотя бы как-то тебе поможет? Нет, он, по-моему, вижен, нет. Он не дает, по-моему, вижен, насколько мне не изменяет память. Противника. У меня есть, конечно, сталкеры, но три сталкера навряд ли вынесут то, что там стоит. Я могу их пока покрутить вот так. Загара пришла. Давай, убивай. Сейчас у меня гидра уедет. Просто три сталкера это не разрешают дело. Четыре гидры тоже, я думаю, не особо. В общем, три... И на тебя хотя бы линги есть. Все, хорошо. Не, это ГГ. Нам уже храм вынесли. Основная цель получила критичность. Просто там как бы минимальный уровень предлагается на 7-м заходить. Эксперт на 15-м. Это значит, типа, чтобы играть, нужно, чтобы... Чтобы стопроцентно хорошо здесь играть, нужно, типа, да, иметь опыт. Странно. Ну ладно. Довольно проблематично. Опыт. Чуть-чуть.